Доскакали. Я до номера, быстренько переодеваемся, бежим вниз ужинать. И девочки идут. Давайте красоту. А я еще пока не знаю, что я буду делать. Я в закоулках каких-то живу. Поэтому пока выйдешь. О, тут главный такой этот самый. О, и барышни наши поехали. О, вон они. Поехали, барышни. Там где-то наши барышни. Барышни, барышни. О, вот я. Красавица. Умница. Индейкой. Свежими овощами, жареные, сухариками и соусом из йогурта и перца чиполи. Я беру это. Суп я ела вчера. Не знаю, что я беру, но я сейчас что-нибудь придумаю. Беру первый салат. Кофеек. И подглядываю вкусняшки у девчонок. Салат не знаю с чем. Что? Ой, с этим... рваной уткой. Да, с рваной индейкой. Индейкой. А у Вали кто там у тебя? Ну, там овощи они. О, это овощи. Все, не отвлекаю. Как жалко, что видео не передает запах еды. Не такой впечатляющий. Ой, может, не такой впечатляющий, но такая красота. А что это у тебя? Это сельдь. Это балтийская сельдь. О, слушай. Тоже очень красиво. Цветная капуста с кускусом, баклажаны и сверху сыр. Выглядит фантастически. Это был чизкейк. Это был чизкейк, который я не смогла, не удержалась. Начала есть. И потом, только потом помнила, что его надо было заснять. Но он был такой вкусный, что остановилась я только почти в самом конце. Mm-hmm.